Здравствуйте. Вы видите комплекс, который называется 18-я форма Чиньши Тэйчуань. Этот комплекс был разработан мастером Чиньжин Лэ и практикуется учащимися в его школе. Для чего был придуман такой короткий комплекс? Комплекс состоит из основных базовых движений, которые присутствуют в 74-й форме, которая называется Чиньши Тэйчуань, Ладзя и Лу. За счет того, что начинающие осваивают вот эти базовые элементы довольно быстро, так как форма достаточно короткая, выполняется около 3-3,5 минут, потом быстрее идет освоение более длинной формы. Кроме всего прочего, у этой формы оздоровительный эффект точно такой же, как и у длинных форм. Просто многие повторы выброшены из этой формы. И кроме всего прочего, начинающие, когда изучают Чиньши Тэйчуань, допустим, это достаточно сложный стиль, на освоение длинной формы уходит очень много времени. Не все изучают стиль достаточно долго, но некоторые люди, им может быть достаточно изучить только 18-ю форму и практиковать ее пару раз в день. Для здоровья это даст очень хороший положительный эффект.